Здравствуйте, рыбаки и рыбачки. То была отлыга, это два дня мороз. Ночью было минус 6, минус 7 градусов, видите, лужи позамерзали, что и ходить можно. Ну, я уже раз собрался не ходить на эту речку, точнее замерзшую, часть открытая. Пойду на открытую воду. Вот я пришел на рыбалку, а тут на моем месте, видите, сидит товарищ, который, помните, я зимой показывал, как он крупную плотву поймал. Говорит, ничего, на фидер была поклевка, поймал одну плотву, стал ждать, пошел в другое место, там вода прибавилась, сидеть неудобно, пробовал, делал, ничего не клевало. Вот ветер сильный довольно-таки, я не знаю, какой будет результат, посмотрим. Ну, попробую, чуть сместился. В общем, мы с Витей, там, где я сидел раньше, ушли оттуда. Ветер там сильный. Я вспомнил места, где я раньше ловил рыбу. Но самое интересное, все это показывать не буду по всему берегу. Вот так показываю. Люди мои знакомые все смотрят, знают места. Я приду на следующий день. И завтра всю рыбу, как говорится, будут ловить они. Кинул прикорм, решил сам перекусить. И вот нате, смотрите. Горная плотва поймалась. Сейчас мы будем пытаться ловить. Прикормка еще есть. Надеемся на... Потому что я решил, что там на отмели ходил по берегу. Ну, 3-4 места поменял. Не было толку. Почему не было толку? Там глубина маленькая. Там зацепы. Там неудобно сидеть. Там где вода. В общем, сейчас нашел. Вроде бы хорошо. Тепло. Тут видите, камыш меня защищает от ветра. В общем, идеальные условия. Никому я не буду показывать и конкретно рассказывать, где ловил. Не то, что меня жаба добит, но просто же неприятно. Ты нашел, прикормил, а потом приходишь, а там сидят и тебя посылают подальше. Все, спасибо. Смотреть на воду невозможно. Такие блики сумасшедшие. Мне пришлось надеть поляризационные очки, которые я купил. Три сменных линзы. Пластмассы, пластические там, ну, желтая, белая и поляризационная. И они тактические, с 45 метров четвертым номером дроби, они не разбиваются, только так вмятины легкие. Могу показать свою морду лица. Вот это я, вот, видите, на кого я похож, не знаю, на крокодила, наверное. Вот, смотрите, так, взяла хорошая плотва, если видно, вот, я с ней чуть-чуть повозился, вот я ее вывожу на берег, смотрите, какая плотва, это сутеровая плотва, взяла, я не вышел, смотрите, какая плотва, вот так вот. Специально, думаю, оторвется, думаю, дай покажу ребятам. Ловится, видите, хорошая плотва, грамм по 200, наверное. Значит, расклад следующий. Витя ушел от меня, дальше я ему предлагал садиться рядом с моим местом. Он пошел на свое, которое он с утра пришел, там лед стоял несколько метров от берега. Он не смог ловить и пошел на то место, где я ловил раньше, вот показывал вам ролики. И там меньше было льда около самого берега, и он там стал ловить. Когда я пришел, мне предложил убрать свои фидеры, и чтобы я мог ловить. Я не стал ему мешать, ушел в другое место, там пробовал ловить. И там мель хорошая по весне, когда тепло. Короче, я пришел к нему, попробовал там не то. Пришел на другое место, прикормил, поймал две плотвы. Но плотвы очень хорошие. Вот такие вот, 1 грамм 200, 2 грамм 150. Вот все. Больше я ничего не поймал. Были еще пара поклевок, но даже не пару, а больше. Ну, несколько штук я вот этих, ну, видно, может, за кончик брала мотыля. Были такие поклевки, что попадали в луч вот этого света, хотя я даже очки одел,
они на глаза, то есть очки помогают, но все равно плохо видно поплавок. Но это там небольшой участок, но как раз видно в этот участок и попадала поклевка. Вот. Ну, в принципе, я рыбалкой доволен на сегодня. Хотя особо не рассчитывал. Ну, думаю, может быть, в следующий раз, завтра будет тепло, мы, может быть, сразу придем на это место. Кстати, интересный момент. Вон, видите, мой поплавок, но он сейчас просто не плывет. Видно, он мой поплавок. Витя ко мне подходил и спрашивает, говорит, у меня вот фирменный поплавок, он почему-то у меня там ложится, а у тебя стоит. Волна была сильная. Он подошел, посмотрел, что за поплавок, я ему рассказал, что простого веника сделанный. И он заинтересовался, я думаю, может, вам, ребята, будет интересно, какие я делаю поплавки. Работают при любой волне, стоят как у молодого аиста, понимаете, который детей носит. Так что, если вам будет интересно, напишите, сообщите, и я вам расскажу и покажу, как их делать. Делаются очень просто, стоят вообще копейка, ничего не стоят, и с удовольствием будете ловить. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр, всем благ, до свидания. Садится солнце, идем домой.